Главный судья соревнований Бондаренко Виктор Иванович. Сегодня проходит второй тур. Первый тур проходил вчера, 18 июня. Самый массовый турнир. Это первенство города Горловки по мини-футболу в памяти заслуженного тренера Фомина Юрия Осиповича. В турнире участвуют 12 команд, которые разбиты на две подгруппы. На стадионе «Шахтер» группа А, участвует 6 команд. И стадион «Шахта» имени Румянцева, команда Б, группа Б, команд 6 тоже участников. Игры проходят. Стадион «Шахтер» с 8 утра, суббота-воскресенье. Стадион «Шахты Румянцева» с 15.00, то же самое по выходным дням. Турнир пройдет в группах, потом по 3 лучшие команды выйдут в финальную пульку, где разыграют между собой звание победителя турнира. Остальные команды сыграют стыковые матчи за распределение мест. Турнир продлится до 9 июля. Ждем вас на стадионах нашего парка. Блять, в него играй! Конечно! Дай!